Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и собственно мы проходим Бэтмен Летопись Аркхэма на высокой сложности. А сейчас мы будем восстанавливать вот эту вышку в округе Даймонд. И потом, наверное, еще какие-то второстепенные задания будем выполнять. Допустим, падение в Джезебел Плаза. Оружие пингвина, да? Тайник. Это что ж такое? Да. Ну и стукачей. Наверное, немножко подергаем. В общем, примерно серия будет рассчитана на это. Так, нам примерно... Давайте сразу просто вот так вот сделаем. Что-то вообще плохо с контрударами. Это не та вышка, которая забагована, то есть мы не смогли ее открыть. Но обалдеть, прям не может, да, пролезть? Смешно. Почему я не могу зацепиться? Повыше можно? Где преступление? Ну, давайте, если там все сейчас будет успешно. Так, сирена. Или что это было? Я не знаю, что с этими контрударами творится, но
Иногда они вообще не юзаются. Так, ну как и ожидалось, новый уровень. Поэтому я сюда и пришел. Так, качать мы будем контрудар. Так, секунду. Взломать я не смогу, да? Нужно этот... Да. Нужно глушилку найти. Интересно, как к ней подобраться? Она же, по идее, внутри здания, да? Возможно, на этом лифте. Скорее всего. Окей. Я понял. Да нет же. Да пошли вон. Вот, думаю, будет нормально. Нет? Странно. В прошлый раз так получалось сделать? Нет. Я думаю, не получится. Ладно, тогда... Пойдемте к стукачу. Тихо, тихо, тихо. Вот загадка какая-то есть. Это потом. Это новый или поднялся? Нет, новый. Откуда он вообще прибежал? Конечно, победил. Enigma hired you to collect information. Tell me where it is. What?
I don't know what you're... The extortion data, where is it? That extortion data! I gotta find a new line of work. Окей. Теперь давайте, наверное, вот к этому, а потом уже будем преступление расследовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тут? Опять знак анархии, я не помню, что он значит. Тоже какие-то или задания, или что? Так он внизу, да, по идее? Вот этот критический удар был. Это то, что я прокачал. Я просто умиляюсь, почему они попадают по мне. Enigma gave you something to hide. Where is it? I can't. No! I picked them up this afternoon from the courier and hid them around the neighborhood just like the boss asked. I was just following orders. Ой, отлично, хрустнуло. Так, и давайте, наверное, или хотя... Да, ладно, давайте. Но это в легкую. Еще, видимо, где-то, да? Вот. Говорил же в легкую. Так, нам, наверное, вниз. Привет, ребят. Now it gets interesting.
Так, тот уже лег. What happened to Brian Murphy? We had a deal. He gave me the account numbers. I faked being a client and cleared out the account. In exchange, he gets a cut. It's a con I run 100 times. But then he starts to get nervous, tries to back out. So you threw him off a roof? I couldn't risk a warning the bank or going to the cops. I had to protect my interests. And how'd that work out for you? Alfred. Contact the GCPD and let them know Brian Murphy's killer has been apprehended. Send over the evidence as well. Consider it done, sir. Так, ну по идее это задание выполнено полностью. Преступление раскрыто. А это что такое? I've planted three bombs where Gotham's corruption is at its strongest. But unlike those I fight to overthrow, найти сторонника анархии и поговорить с ним. И, собственно, наверное, потом можно с этими знаками что-то там делать. Какие-то тоже будут задания. Насколько я понял. Ну-ка, давайте попробуем. Так, никакой загадки не вижу. Она или выше, или ниже. Что-то неохота мне эти преступления сейчас решать. Так. Вот, нашли, наверное. Три узла тут, то есть нужно подобрать три пароля. Черный список, отлично. Как мило в снег положил. Отлично. Так. Показано где-то тут, но я думаю, оно... Ага, понял. Нет.
как мне эти цели достать? Что, застрял? Ладно. Еще, кстати, такой есть баг, как бы вы добиваете противника, который лежит на полу, да? То есть решающий удар ему проводите. Если в этот момент вас бьют, но вы уже нанесли удар, то вы противника как бы не оглушили и не убили. Как хотите, называйте это. То есть, ну, удар же вы сделали, почему он не умер? Ну, не... Бэтмен как бы не убивает, да, но... Почему он не вырубился, будем так называть? Странно же, странно. Тумак. А что у нас тут? А, я понял. $15,000. I've been flipping through the precinct file on you, and wow, let's just say you don't have a lot of fans here. But you probably knew that already. Anyway, I've trashed some of the more ridiculous stuff. I mean, they're saying you kill people, and I know that's not your style. Вот как раз разговор был, убивает Бэтмен или не убивает. Да вроде ж не убивает. А ну-ка. Случайно вообще получилось его найти. Интересно, тут на время или нет? Да. Или это просто лампочки? Да, это просто лампочки. Хорошо, тогда где задание? Не хочу. Не хочу, не буду. Хотя. Чё там где? Тут. Разборка питерская. Кто-то глушит мой сигнал. Thank you.
Окей. Так, забьем на эту штуку. Давайте, допустим, вот эту возьмем. Так, вижу. Но пробраться, по-моему, мы сейчас не можем. Возможно, я ошибаюсь. Скорее всего, да. Смотрите, он даже не может залезть. То есть, по логике, он бы должен был залезть просто и все. Но, видимо, нельзя. Не судьба. Еще одного стукача. И, наверное, на этом серию мы закончим. А потом в следующей серии будем уже проходить сюжет. Ого, что-то вас действительно много. Да. Достаточно много их набежало. Лещи такие пропускаю. Ну. Так, по идее, там тайничок есть.
Ага, ну с этой штукой я еще не умею, да? Взаимодействовать. Хорошо. Давайте, может, вот эту попробуем. По-моему, тут легко. Да. Так, и давайте, наверное, на этом, ребята, закончим серию. В следующей серии продолжим проходить сюжет. Это нам куда? Вот сюда. И попробуем восстановить вышку. Я не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Так, ну на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании. Пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.